Многие фотографы, давно снимающие на Canon, прекрасно знакомы с легендарной 35-й Элькой. Этот объектив отличается высокой резкостью и приятным размытием фона. Его одинаково удобно использовать как в репортаже, так и в творческой фотосъемке. Однако совершенству нет предела, и в 2015 году компания выпустила вторую, обновленную версию этого объектива. Изменения коснулись в первую очередь оптической схемы. Теперь она состоит из 14 элементов в 11 группах, в том числе используется один сверхнизкодисперсный элемент. Также в объективе используется новая технология Blue Spectrum Reflective Optics. Это элемент из органического материала, который за счет более высокого коэффициента преломления в синей части спектра позволяет эффективнее бороться с хроматическими аберрациями, чем флюоритовые линзы. На практике это означает лишь одно, что вы больше не сможете найти на своих снимках неприятные цветные ореолы вокруг контрастных объектов. Даже снимая на открытой диафрагме, хроматические аберрации остались в прошлом. Отлично обстоят дела и с резкостью. Можно снимать на открытой диафрагме и получать технически качественные кадры. Однако диафрагмирование на одну ступень все же пойдет на пользу, снизится вендетирование. Боке точно не стало хуже. Отсутствие хроматических аберраций сделало его более мягким и правильным. Снимать на открытой диафрагме после захода солнца – одно удовольствие. Как и большинство других L-объективов, Canon EF 35 мм f1.4L2USM оснащен пыли- и влагозащитой. Во время фокусировки ни одна внешняя часть объектива не двигается, конструкция монолитная. Фокусировочный мотор здесь ультразвукового типа, легендарный USM. Камера наводится на резкость бесшумно и молниеносно, так что вы не упустите интересный момент при репортажной или жанровой съемке. Canon EF 35 мм f1.4L2USM – это совершенный объектив нового поколения. Он создан для тех, кто хочет выжимать максимум возможностей из своей фототехники.